Давай еще, надо пробежать еще парочку километров и все на сегодня. Давай, уже силы просто меня полностью покидают. Это беговая дорожка, это какой-то кошмар. Но в то же время спасение, чтобы не набирать лишний вес и кушать всякие вкусности. Енот, тортики. Енот, спасай что? Меня! Офигеть! Спасай меня, там что-то произошло. Ты что кричишь? Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Фиалка, короче, что случилось? Короче, я раскупила в магазине все колбаски, а там какой-то большой мужик как разозлился и как бежал за мной, вот. Серьезно? Ага. Офигеть. А что ты ему не оставила эту сосиску одну, а? Ну, мы же собирались сделать хот-доги, не? Ну да, зачем нам столько-то прям, а? Ты прям все с магазина скупят 1000 сосисок, я понял. Ты, походу, целую фуру сосисок, что ли, привезла? Я проголодалась, вот. На, зачем ты мне их даешь-то? Положи их куда-нибудь и этот, потом будем жарить. Слышишь, так и чё, мужик за тобой этот бежал и чё? Да, еле умчалась от него, представляешь? Ну и все. Чё кричать-то, чё проблема? Я уже подумал, знаю. Что это серьезное, блин. Он прям сильно разозлился, вот. Или ты хочешь... Нет, подожди, ты же не привела его прямо домой сюда к нам? Я не знаю, я мчала, я ничего не видела. Так, ну вот только злых еще и голодных мужиков там тут не хватало. Давай поставим, короче, шипы какие-нибудь вокруг, потому что что-то мне-то не нравится. Вот так, реально. Давай. Пошли быстренько сейчас здесь достанем колючую проволоку, шипы. Кажется, тут где-то было. Во, вот здесь вот есть, короче, шипы. Вот здесь нет, здесь паутина есть. О, вот колючая проволока. Так, я беру. Берем шипчики и вперед на улицу. Сейчас вокруг расставим. Я думаю, что это если что... Так, ты мопед свой, слышишь? Забери куда-нибудь. Хотя можно вот так взять. А лови. А у тебя гараж есть? Нет, нету. Оп. Мне не получается так скинуть его. Ладно, в общем, куда-нибудь его прибери, окей? А то он может здесь повредиться. Так, сюда. Вокруг дома шипы. И потом колючая проволока. Открой мне двери, пожалуйста. Так. Сейчас, я почти дошел уже. Ну-ка, вот сюда. Так, открываю двери. Есть, открыл. Спасибо. Все? Ты его туда, что ли, затащила? Ну, тут постоит. Я понял, окей. Так, здесь вот так вот будет у нас выход. Так, нормально. Все, я думаю, что от каких-то мужиков с сосисками, точнее, без сосисок, мы, значит, защитились. И теперь можно начинать идти делать хот-доги, правильно? Да, погнали. Погнали. Все. Ты накупил там булочек? Булочек? Ну, по-моему, да. По-моему, там есть какие-то булочки на кухне. Можно их будет разогреть, короче, и, собственно, потом туда сосиску запхнуть, кетчупа налить и все. Офигеть! Это он? Слышишь? Да, это он! Булочка. О, блин! Что делать-то? Офигеть, что их-то? Идите отсюда, вы... Вы ненормальные, что ли? Нету никаких пряников! Иди в другой магазин, там ищи свои эти сосиски, булочки, блин. Чай, они офигеть. Мои, короче, я тоньше. Все, Фиалка их купила первая. Смотри, да. Смотри, на ловушке прутся. Нифига себе! Тут много. Еще с этой стороны. И сзади дома. Они нас окружили, Фиалка. Ё-моё. Походу, это сообщество любителей сосисок. И они очень злые на нас. Так. Надо брать мы пушки. Мы им сосиски не отдадим. Пошли пушки брать. Так. Правильно. Ну-ка. Сейчас мы им покажем, блин, чьи это сосиски. Так, я беру. Тут еще, кстати, эти турели можешь взять. Так, ой, гранатки. Гранатки есть, здорово. Гранатки беру. Так, подожди, вот это вот беру. Вот это сюда. Так, это туда. Все, я все забрал. Одеваем бронежилеты, значит, чтобы нас они этот не слопали. Оп, сюда, вот так. Мы вот. Им не опа, по зубам. Опа. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, хотелось бы в это верить. Так, все, патрончики я пополнил. Так, уходите, это последнее предупреждение. Да какое, блин, им походу пофигу. На, гранату тебе вместо сосиски. На, вот так вот. Фиалка, давай вперед в бой. Да, получайте. Давай быстрее, тут надо их всех уничтожить, блин. Вы чё? А ну проваливайте. Да, много. Ищите сосиски в других магазинах. Да, ищи там, в другом магазине свою и булочку, и сосиску. Так, а ну, пошли вон. Чё такое? Не заряжается. А нет, заряжается нормально. Какой-то, ну вроде их поменьше, мы уже почти отбились. Заклиненный магазин попался. Так, сюда стреляем, хорошо. Парочку гранат еще вот сюда можно закинуть. На, неплохо.
и добиваем. Так, давай, нужно отбиться от них, и чтобы все это закончилось побыстрее. Я вылезу сейчас вниз. Нужно вот этих вот среди леса еще. Они прячутся за деревьями, слышишь? Походу, хотят следить за нами. Ты что, думаешь, тебя не видно? Тебя видно, блин, за километр. Тебе, чтобы спрятаться, надо 4 дерева. Так, это сюда. Есть. Вон еще. В лесу, вон там. Да, вижу, двое. На. Граната пошла. Так. Ой-ой-ой, енотик, аккуратно. Они чего? Еще вылазят. Да нормально все, здесь никого нет. Вон там, вон я вижу еще двоих. А ну. Оп, все, нормально, справились. Офигеть, это что так такое? Пошел ты. Ну-ка, все. Да, нет, вот еще один здесь. Так, а ну, иди отсюда, давай. Есть. Фух. Нет, я еще вижу, да сколько вас тут, блин? Вон где там они? Он еще стоял. В лесу, они прячутся за деревьями, блин. Хорошо, я не знаю, как им это удается. Но им это реально удавалось. Все, теперь тут точно больше никого нету. Возвращаюсь домой. Так, и наконец-то можно готовить будет бургеры. Эч. Опа, да, вот так вот залетаем. Ну-ка, вот сюда, все. Фух. Ой, так. Я такого не ожидал. Может быть, надо в полицию какое-нибудь заявление написать. Какой-то сумасшедший толстый мужик гнался за нами и хотел забрать сосиски, которые ты купила. А? Ну, это получается на заявление. Мне кажется, что может прокатить, и его могут арестовать, посадить в тюрьму, и больше он не будет ни до кого докапываться из-за еды. Потому что это неправильно. Это вот серьезно неправильно. Я такого еще не видел. Вот это первый раз. Чтобы вот такая вот толпа вот прям мужиков этих пришла. Ходим. Пошли переодеваться туда. Давай, да, погнали. Надо будет сейчас все с себя скинуть. И... Нет, подожди, я вижу еще. Да вот ну! Здесь. Вон он идет. Сосискую. Пипец. Так, бутерброд и пряники точат. Так, и походу все. У нас реально проблемисы. Значит, нужно ставить турель. Так, берем турельку. Раз. Вот сюда. Я уже думала, что они нам не пригодятся. Заряжаем турель патронами. Вот так вот. Берем вот эту стрелялку. Так, это сюда. Все, есть. Активируем. И теперь можно стрелять отовсюду. А ну, тяжелая артиллерия в бой. Давай. Булочки с сосиской. Подходите. Тут бесплатно вам все будет. Ну-ка. Ну-ка, давай. Сейчас посмотрим. А! Пипец, сам себя же расстрелял со своей турели. Вот это я крутой. Так. Сюда, я, наверное, повыше залезу. Во. Вот здесь, мне кажется, будет замечательное место. Жалко, что турель слишком низко не стреляет. Не, ну это такое себе место для них. Турель слишком низко не стреляет. Так, сюда. Ладно, пришло время еще для гранат. Так, на. Турели, по-моему, лучше на первом этаже ставить. На, вот сюда, получайте. Получайте, блин, это жесть. Слушай. Я вот, конечно, не уверен, но у меня есть некоторые мысли. Может, им кинуть сосиску и пускай за нее дерутся, а? По-моему... Нашу сосиску? Ну, одна сосиска того не стоит! Жила. Да что ж такое-то, а уже второй раз отпись. Наоборот, сосиска того стоит! Да, блин, Фелка, ну я не знаю. Я их еще не ел, поэтому... А я вдруг думаю, они невкусные? Ему уже хватит. Ему уже хватит? Не, ну ладно, да, по его виду точно как бы хватит. Но все равно, он-то тоже хочет есть. Они-то пришли сюда прямо за сосисками. Вот. Слушай, да, а если это последние сосиски в мире? Прикинь. Что? А если это последние сосиски в мире? И больше сосисок нету. Может быть, сосиски можно делать. Ну да, может быть, не из чего делать больше. Заводы закрылись, мясо закончилось. И все свинки, они исчезли? Ну да. Да блин, ну что ж ты будешь делать? Снова я упал. Я не думаю. Прямо туда, к этим сосискам и булочкам. Ну-ка сюда. Надо их всех завалить. Булочка, так, так. Проваливайте отсюда, ва. Вам тут не рады, блин. Так, ага, ищи, вон тут еще ходят. Так. Заряжаем новую обойму. Оп. Готово. В лесу. Так, спрыгивай, Фиалка. Нужно разбираться с теми, кто прячется за деревьями. О, да здесь их куча целая. Сейчас начнется. Так, давай. Булочка с сосиской. Блин, он мне уже надоел, а? Ну серьезно, сколько можно? Вы что, до сих пор не поняли, что вы не получите сосисок от нас? Ну максимум одну. Слушай, давай, короче, если они не отстанут, то реально кинем им одну сосиску. Так, ну-ка, все, я походу не вижу. Хотя я пошла есть все свои сосиски, либо я съем, либо никто, вот.
Дай мне одну сосиску, если что, пусть у меня будет. Мы попытаемся с помощью сосиски... Это наши. Давай, куда ты их положила, а? Ну-ка, здесь, в морозильнике. Нет. Я не дам тебе. Где сосиски, фиалка? Дай сюда. Ой, они очень вкусные. Я хочу покушать, дай мне одну сосиску, алло. Это ты врёшь, ты хочешь сосиску скинуть. Дай ты сосиску. Что, мне. За него получается? Да что ты такое говоришь, в смысле за него? Ага. Ни за кого, я вообще-то здесь скинешь, за тебя. Если ты тогда расстрел, вот. Да какой расстрел, блин, ты чё? Слушай, если у нас реально проблемы будут, если мы не скинем им одну сосиску. Ешь давай. Да, да я съем, съем, ты не переживай. Я не вижу. Чего ты не видишь? Ты что, будешь следить, что ли? Ее. Отстань, мне некомфортно, когда на меня смотрят, пока я кушаю. Отстань, говорю, что ты ходишь за мной? Еще и с оружием ходит, блин. Ой, фиалка, она упала! Вниз, случайно. Да блин, ну ты чего? Случайно, где она? Она у меня в руке. Ты зря это сделала. Прости. Ага, все, то есть больше расстрела не будет. Ты наврал. Вот. Да ничего я не врал, я серьезно говорю. Давай кинем им одну сосиску и посмотрим. Вон он, вон уже идут сюда, смотри. Да пошли отсюда. Давай, я кидаю сосиску, готово? Сверху, давай сверху прям закинем. Сейчас их сюда целая куча набежит. И пусть они потом дерутся за эту сосиску. Так, ну-ка, сюда. Мы можем, знаешь что? Сосиска их привлечь, а потом гранатами закидать. Нормальный план? Ну ладно, это же другое дело. Воу, смотри, сколько их тут. Так, я вот туда по центру кидаю, или лучше в толпу? Не, давай лучше толпу. Вот сюда, в толпу. Ох, нифига, блин, сколько их здесь. Так, давай, я здесь стану, а ты сюда. Так, я кидаю. Полетела. Ну-ка, булочка с сосиской. Кидаем гранаты. Булочка с сосиской. Так. Получил так, свою сосиску. А все, чай. Гранат больше нет, прикинь. А у меня есть. Печаль, беда. Так. Давай я тебе скину половину. Давай. На. Спасибо. Ну-ка, сейчас будем еще закидывать. На. На, вот так вот. Опа. Опа. Вот так вот покушали сосисочки. И гранат заодно на десерт. Так, нормальненько. Ладно, что здесь с другой... Блин, с другой стороны тут вообще жесть. Тут их тоже просто целая куча. Нам реально сосисок не хватит, если мы все будем отдавать. Нам вот реально их именно. Не хватит. Не-не-не-не, одной сосиской я готов был пожертвовать, но дальше таких поблажек уже не будет. Дальше мы будем разговаривать по-другому, по-взрослому. Надо сломать свою турель и поставить ее там снизу где-то. Ну-ка. Сейчас, я должен спрыгнуть прямо сюда! Да нет уже булочек, сосиску, хватит, все! Куда она поставилась, тупая турель? Уходите! Ай! Меняйте булочки с сосиской, сейчас здесь съедят! Так, спокуха, ставлю турель. Заряжаем патрончики. Так, вот это сюда. Не надо, аккуратно, сзади! Да я вижу, я пытаюсь выжить! Нет! Все, пипец, меня захавали. Ну, точнее, я на колючей проволоке откис. Ну, теперь у нас есть турель, которая будет стрелять оттуда, снизу. Сейчас будем пользоваться ей по полной программе. Так, ты готова? Да, давай! Сюда. Так, вперед. Все, она стреляет, но мне, правда, нифигища не видно, ё-моё. Так, давай. Опа. Как стрелять с этой турели? Фиалка, я попадаю? Скажи. Где? Так вот я стреляю. Смотри. О, да, я попадаю. О, ты гений. Я спиной стреляю, короче, прикинь. Я вот так да, вот. Да, я вижу это, молодец. Обалдеть. Так, отбиваемся от булочек с сосисками. Здесь просто какие-то нереальные движения происходят. Уничтожение этих сосисок по полной программе. Так, целимся, стреляем. Конечно, патронов там не так много. Но я надеюсь, этого хватит, чтобы избавляться от них. Так, ну-ка, хорошо. Да, реально работает. Прям вообще не даю никому пройти. Опа. Опа. Нету, все. Я подумал, патроны кончились. Я не закрылась. Так, сюда. Ниже надо стрелять. О, пошел контент. Так. Блин, ну что-то прям очень тяжело их отстреливать. Их очень много. Даже если бы мы отдали все сосиски, на каждого бы не Смотри! Хватило. Смотри, я нашел точку, куда стрелять. Все, там они теперь не могут подойти с одной стороны. Да, давай. Только я стреляю. Только идут. Я стреляю. Сзади. Блин, они прорываются как-то. У них какая-то пуленепробиваемая кожа или что? Так, ну-ка.
Ну-ка. Не, это жесть, так, слышишь, это нереально как-то отбиваться. Да всё, хватит! Да, и всё, они реально уже оттуда. Тысячу раз уже повторили свою вот эту булочку с сосиской. Офигеть, это просто какая-то жесть. Давай, и надо их добивать. Больше потрошек. Так, я спрыгнул снова. Нужно сразу с леса, со спины заходить. Так, ну-ка пошел вон. Опа, опа, сюда. Все, я на себя внимание отвлекаю. Держись там. Так, 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 ну-ка. Ага, стрели не получится. Хотя если я обойду так, и буду стрелять стрели, то все получится. Так, 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 давай, я давай, тебя давай. Я тебя спасу, енотик. Я отстреливаю с турели. Вперед. Давай, 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 так, булочка. Бутерброд. И бутерброд твой тоже тут будет сейчас. На, вот так вот. Сзади, сзади еще есть. Я стреляю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так, булочка, хорошо. Хорошо. Есть здесь тоже. В лесу еще. В лесу? Так, сейчас будем стрелять. Пипец, у нас все окна разбитые. Это просто конечная остановка. Ну ничего, наплавим песка. Ну да, придется походу восстанавливать. Так, здесь кто-то есть? Нет, здесь никого. Вон там были еще. Перезаряжаемся. Сзади дома надо добить. Добить надо всех. Да, вижу. Ну-ка сюда. Подходите. Все? Кажется, да. Фух. Офигеть. Фиалка, давай быстрее есть сосиски, потому что, походу, пока они у нас в карманах лежат, значит, то, собственно, они будут приходить погнали сюда. Погнали делать хот-доги. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай разогреваем, значит, сковородочку. Будем сейчас обжаривать булки и делать хот-доги.